Потом меня, короче, вызывают в суд. Приехал судья. Прошу судью. Мне говорю, нужен прокурор, во-первых. Хотелось бы, чтобы присутствовал прокурор. Во-вторых, я хочу, чтобы присутствовал на этом вот на разборе Рамсов. Это вот мой отрядный, который нужны, я говорю, отрядные, зампороры и так далее, чтобы при вас, ну, при вас судье были разговоры, или вы все поняли, в чем суть момента. Звонят отрядному, отряды где-то отсутствуют и так далее. Меня выведут в коридор, я стою, жду, потом меня вызывают, это вот. И говорят, что суд отлаживается. Судья говорит, я сделаю так, чтобы присутствовал на суде прокурор, на повторном суде. Проходит какое-то время, я, конечно же, обратно все это по изоляторам, то есть ДК вызывают, уже вывозят меня в город. Со мной едет отрядник. Судья мне говорит, прокурор, мне зачитывает бумажку какую-то, я считаю что-то там про себя. Короче, я так и не понимаю, суть момента, как, чего был отказан прокурором присутствовать на суде. Хотя судья говорит, я поставил известность прокурору, чтобы он присутствовал. Ну, у меня это не нужен был мне прокурор, все-таки я надеялся, прокурор по надзору за исполнением законности. Мне нужен был такой прокурор. Тот об отказе. Короче говоря, мне говорят, полгода. Меня не хотят слушать. Я пытаюсь что-то говорить, никого не вызываю. За нарушение. Все, за нарушение. Я их вообще ставил под внимание, что это у меня отказы. Как процесс какой-то, понимаете? Да и сделайте мне мои права. Понимаете? Вот. Объясняю, слушать не хотят. Ни судья, а тем более не администрация.